Давайте пройдемся по клипам, которые я представил в этом выпуске чарта. Смотрим и голосуем на сайте www.muzon.tv. Чувственное видео от павлодарской группы Alim Star в маленьком кафе. Неожиданное трио Женес Хан, Динара Султан и Эмир Франц. Песня с глубоким смыслом, кича, поздно или рано. Танир и его осознанное сновидение. Обращение к Райма Волшебника. Не прокричат здрасте, папе, я переживу их, засекайте. Этот ветер, что дует на юг, поднимает... Крутой дуэт Моррисон и Луина. Быть потону, ну и пусть, я ни капли не парюсь. Так много ру, так много ру. Интро от Твизи теперь тоже есть в нашем чарте. Так много ру, так много ру. Юный джаз Дамир и прекрасная павлодарка Асемжа Китаева. И береги этих нежных рук тепло. Тебя не зублять с первого, я варю второй. Каждый третий жирный. Еще один северный чел, Скриптонит. Я варю второй. Каждый шот в голову, каждый батл твой. Все за 120 градусов ниже нуля. Наконец-то и он появился в нашем чарте. Джа Калиб. С десяткой я вас ознакомил. Друзья, телезрители, поддерживайте хип-хоп-исполнителей, отдавайте свои голоса за понравившиеся видеоклипы. Это, кстати, проще простого. Заходите на сайт muzon.tv в раздел «Хип-хоп-чарт» и голосуйте. Поверьте, каждый из этих артистов работает и создает свои треки и клипы как раз для того, чтобы они приносили вам какое-то удовольствие. Но должна же быть ответка. Так вот, ваши голоса – это наилучшая благодарность. Тем более, что мы единственный в Казахстане хип-хоп-чарт. Все на muzon.tv. А если вы хотите, чтобы и ваше видео появилось в чарте, отправляйте его на vj@muzon.tv. Здесь все честно. Руслан Асанов, я ваш путеводитель в мир казахстанского хип-хопа. До встречи в эфире!